Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Знаете, я бы не сказал, что мать и дочь всегда живут душа в душу. Это против мужчин они объединяются хорошо, а между собой у них часто бывают очень жесткие конфликты. Скажу даже больше. Нередко бывает так, что мать и дочь друг друга ненавидят. Просто женщины друг друга лучше понимают, а поэтому им гораздо легче договориться между собой для того, чтобы сделать мужчине какую-то пакость. В отличие от мужчин, среди которых все-таки есть ярко выраженные индивидуалисты, женщины практически все поголовно стадные. То есть женщине постоянно необходимо чувствовать себя частью чего-то большего, чем она сама. И этим большим, как правило, выступает женский коллектив –